Почему в 1997 году Брэд снялся в фильме «Семь лет в Тибете», где в числе прочего плохо отзывался о коммунизме? В 2016 году запрет был снят. Почему актеры и комедианты не пускают в эти страны из-за съемок в фильмах «Диктатор» и «Борат»? Почему за продвижение премии Western Sexy Performances, награды за самое эротичное выступление? Почему в Аргентине Бибер обидел фотографа, и тот даже подал на него в суд? В другой приезд он выказал неуважение к флагу страны, без подробностей. В Китае его теперь не пускают за плохое поведение на гастролях в разных странах. Почему в 1966 году во время гастролей на Филиппинах группа отклонила приглашение на завтрак от местной первой леди? Почему в 2009 году актер неудачно пошутил, что филиппинцы заказывают невест по интернету? Почему в Китае ее не взлюбили за фотографию, на которой она специально косит? В Доминикане – за действия, противоречащие морали. Почему местная организация защитников ислама обвинила певицу в разрушении моральных устоев? Почему певице запретили въезд в Китай после того, как она завершила концерт в Шанхае песней «Тибет»? Почему актер произнес несколько пламенных речей в защиту независимости Тибета? Фото Getty Images.